А сейчас я хотел бы обратиться с вами к рассмотрению, наверное, самой простой темы христологии, а именно рассмотреть дела Христа. И начнем мы с вами с изучения служения Иисуса Христа как посредника. И вы можете увидеть, что после определения, что такое посредничество, после того, как мы поговорим о возможных средствах посредничества, мы затем переходим к требованиям, кто может быть посредником, и говорим о том, что Иисус Христос соответствует всем этим требованиям. Я думаю, что проще всего будет, если мы разберем все эти вопросы по порядку. Если у вас какие-либо вопросы по поводу этого материала, по поводу концепции посредничества, материал достаточно простой, но, возможно, у вас есть какие-либо вопросы. Что ж, если нет, тогда вы видите, что далее в ваших конспектах начинается тема служения Иисуса Христа как царя, пророка и священника. И я описал для вас каждое из этих служений в какой-то степени. Служение как священника описано более подробно, чем два других служения. И это не потому, что те или иные служения не так важны, а потому что служение Христа как священника включает много разных аспектов. Этот материал вы можете найти в своих конспектах. И если что-то непонятное в том, что вы прочитали, если у вас какие-либо вопросы по этому материалу, да. Это то, что Христос делал в прошлом, или это то, что продолжается в настоящем? Отличный вопрос, я думаю, очень важный. Есть определенные аспекты священства Иисуса Христа, которые Он уже совершил, и это имеет отношение к жертве Иисуса Христа, к тому, что Он совершил на кресте. Но есть также и то, что Иисус Христос совершает и сейчас, в настоящее время, и более того, будет совершать в будущем, и это в большей степени имеет отношение к посредническому служению Иисуса Христа за нас. И в своих конспектах вы можете более подробно почитать, в чем же заключается это служение Иисуса Христа как посредника. И это служение идет рука об руку с тем, что совершает Святой Дух, какое служение несет Святой Дух. Поэтому, я думаю, правильно будет говорить о том, что определенные моменты служения Христа были совершены в прошлом. Была принесена Его жертва, одна за всех, достаточная для всех. Но вот служение ходатайства продолжается до сих пор. И часть этого служения, как мне кажется, заключается в том, что Он является утешителем. Он не только защищает нас, но также и утешает. Поэтому, конечно, когда мы говорим о будущем, когда мы говорим о том, что наступит в последние дни, то тогда основное внимание мы уделяем царственному служению Иисуса Христа. Тогда Иисус уже не будет приносить какие-либо жертвы. Но что касается Его служения ходатайства, то представляется, что раз Он будет пребывать физически среди нас неким видимым образом, то я думаю, что можно будет обращаться к Нему как к Богу напрямую, либо посылая Ему какое-либо письмо, либо направляясь туда, где Он восседает как правитель, для аудиенции с Ним, но каким-то образом вы сможете это сделать.
Что-то еще осталось непонятным, или это, в принципе, то, что вы хотели услышать? Хорошо. Есть ли еще какие-либо вопросы, которые вы хотели бы задать? Да, пожалуйста. То есть, наблюдается ли какая-либо прогрессия в этих служениях? Или он всегда царь, пророк и священник? Это очень хороший вопрос. Как я понимаю, Иисус всегда занимает это положение. Он всегда является и пророком, и священником, и царем. Но вот его действия или поступки как царя, священника и пророка в разные периоды времени могут отличаться от тех поступков, которые были, скажем, ранее в истории, или которые будут в будущем. И мы можем говорить о том, что даже сейчас Иисус Христос — это царь. И основное измерение Его царства в наше время — это духовное измерение. Но это не исключает, что когда-либо в будущем Иисус не будет царствовать не только в духовном измерении, но также и физическом, политически и так далее, и далее. Поэтому да, я думаю, что в различные моменты истории Его поступки могут отличаться. Но он всегда несет эти служения. Хорошо, есть ли еще вопросы? Да, пожалуйста. Означает ли это, что Христос царствует сейчас, в наше время, или что Он будет царствовать в том царстве, которое грядет? Что ж, прежде всего, хотелось бы сказать вот что. У Христа есть право править и сейчас. Но проявляет свое владычество он в духовной сфере. И так было с самого начала сотворения мира. И как мы понимаем, этому владычеству возможно воспротивиться. Было время, когда Бог царствовал, во всяком случае, над своим народом, над древним Израилем. Причем его контроль был более ощутим, чем контроль со стороны многих властей в наше время. И наступит тот день, когда его владычество ощутимым образом распространится не только на Израиль, но и на весь мир. И ему еще многое предстоит сделать в отношении каждого из этих служений. Вы скажете, но неужели это означает, что еще Писание не все написано и что-то будет добавлено? Нет. Но когда Он вернется и уничтожит своих врагов и утвердит свое царство, то все это будет новым откровением о Боге. И не только о второй личности Троицы, но также и о Боге Отце и о Святом Духе. То есть, как я уже сказал, ему очень многое еще предстоит сделать. И вот что касается его служения как священника, необходимо сказать вот что. Аспект этого служения, связанный с принесением жертв, уже завершен. Причем была принесена одна единственная жертва, которая достаточна для всех людей, и уже нет нужды это повторять. Более подробно вы можете прочитать об этом в своих конспектах. Но я еще повторюсь, что касается жертвы Христа, она была принесена один раз, и это не требует повторения. Но вот его служение ходатайства продолжается, и сейчас он ходатайствует за нас. Хорошо, еще какие есть вопросы или замечания? Да, пожалуйста. У меня есть вопрос по поводу жертвы Христа. Я читаю в Писании, и во всяком случае нахожу, что Писание подтверждает идею о том, что жертва Христа явилась заместительной или искупительной жертвой. Но вот вопрос, была ли принесена эта жертва только за избранных? Тех, кого Бог предизбрал ко спасению? Или эта жертва была заплачена за всех, за все человечество, за всех живших когда-либо на земле людей? Я не знаю, будем ли мы разбирать этот вопрос, я старался просмотреть конспекты, но вот мы говорим о том, что Христос посредник. И вот у меня возник вопрос, Он посредник за всех или только за избранных?
Что ж, как вы уже сказали, есть разные мнения насчет того, умер ли Христос только за избранных, или Он умер за всех людей. И когда мы с вами дойдем до доктрины о спасении, то мы этот вопрос будем разбирать очень подробно. Конечно, необходимо признать, что подобные споры ведутся среди евангельских богословов. Но это не значит, что одна точка зрения является ортодоксальной, а другая — еретической. Но сейчас на этом я остановлюсь. Как я уже сказал, мы очень подробно разберем этот вопрос, когда будем изучать доктрину о спасении. Хороший вопрос. Есть ли еще вопросы, которые вы хотели бы задать по поводу служений Христа? Если нет, то тогда давайте откроем ваши конспекты на страницах с 22 по 25. Мы с вами уже поговорили, обсудили страдания Христа ради нашего спасения. И мы с вами разделили страдания Христа на страдания во время Его смерти и на все остальные страдания. И затем мы с вами более подробно говорили о смерти Христа, что же произошло на кресте. И на этом мы с вами заканчиваем разбирать доктрину о Христе. Остались ли у вас какие-либо вопросы по этой доктрине? Что касается страданий Христа при жизни, то очевидно следующее. Он проходил через многие испытания, через многие искушения. Также он страдал, так как был свят и вынужден был соприкасаться с грешным миром, а также он ожидал свои крестные страдания, зная, что его ждет. Но, конечно, особенно сильными были его страдания на кресте, когда он приносил себя в жертву, умер за всех нас. И об этом можно много говорить, потому что есть много текстов Писания, которые как раз описывают его смерть. Большинство из них записано в Евангелиях, в которых очень подробно описана последняя неделя жизни Иисуса Христа, или, если говорить точно, последние три дня Его жизни. И также в Писании есть много текстов, которые раскрывают для нас богословское значение смерти Иисуса Христа и показывают нам все то, что было достигнуто через Его страдания. Что ж, вопросы или замечания по всему, что мы с вами изучили касательно доктрины о Христе? Приглашаем вас принять участие в глобальном проекте по распространению Евангелия и расширению библейского образования. От нас зависит, будет ли христианское образование доступным. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. Да, пожалуйста. Профессор, вот что касается страданий Христа. Включают ли они, кроме физических страданий на земле, еще и другие страдания, скажем, когда я огорчаю Его, когда согрешаю сейчас? Правильно ли говорить о том, что Он все еще страдает в этом смысле? Понятно, что страдания на кресте были безмерны, но вот как быть с страданиями в этом смысле? Я думаю, справедливо будет говорить о том, что Его огорчает наш грех. Писание учит нас, чтобы мы не огорчали Духа Святого, которым мы запечатлены в день искупления, а если возможно огорчать Духа Святого своим грехом, то тогда совсем непросто будет объяснить, почему мы не будем огорчать Иисуса Христа своими грехами. И так было всегда. Так было в эпоху Ветхого Завета. Грехи людей огорчали Бога не только в эпоху Нового Завета, после того, как Иисус Христос воплотился и стал человеком. Поэтому да, я с вами согласен. Да, при этом он не теряет части своей сущности. И понятно, что ему не наносится рана физически,
каким-либо образом, когда он находится в прославленном теле. Понятно, что его страдания иного рода. Я думаю, что подобные страдания испытывают те из нас, у кого есть дети, когда мы объясняем им правила, и когда они постоянно эти правила нарушают, и даже тогда, когда они вырастают и покидают родительский дом, и родители видят, что они ведут образ жизни, который в итоге разрушает их, живут, не слушаясь Господа, то все это огорчает родителей. Если мы испытываем подобные чувства, когда так живут наши дети, то, конечно, подобные чувства испытывает и Бог. И Он огорчается не только из-за грехов, которые совершают те из нас, которые являются Его детьми. Его огорчает весь грех человечества. И, конечно, мы не можем до конца осознать, каково это Богу видеть весь грех этого мира, потому что наша праведность ограничена, наша святость далека от Его, и тем не менее, несмотря на это, когда мы видим чьи-то поступки или слышим о чьих-то поступках, мы огорчаемся, но мы сами далеки от совершенства. И вот представьте, каково это все видеть тому, кто является совершенством. Каково ему смотреть на его творение, которое живет в непослушании, нарушая его правила, зная, что такое поведение его творения ведет к разрушению, что у его детей из-за этого возникнут проблемы. И я не думаю, что Бог, когда видит, что кто-то проявляет непослушание, когда кто-то идет путем, который в итоге разрушит его жизнь, вот Бог, видя все это, говорит, «Ну что ж, они не слушаются меня, и в итоге они получат по заслугам. Не могу дождаться, когда это наступит». Что ж, наш Бог совсем не такой. Наш Бог знает, что все те последствия, все то наказание, которое обрушивается на нас из-за нашего греха, из-за нашего непослушания, это наказание заслужено. Но несмотря на это, Он огорчается, видя, как мы страдаем. И Он бы желал, чтобы так не было. У меня вопрос по поводу природы и смерти Христа. Можно ли говорить о том, что во время Его смерти произошло какое-то разделение Его божественной природы и Его человеческой природы? Или же Писание говорит о том, что после воплощения эти природы Христа уже никогда не разделялись? Что ж, несколько моментов хотелось бы сказать. Ну, во-первых, это косвенное доказательство. Нет текста в Писании, который бы напрямую об этом говорил. Вот, к примеру, текст послания Филиппийцам, 2 глава, с 5 по 9 стихи, где говорится об уничижении Христа, и что Он уничижил Себя даже до смерти и смерти крестной. И затем мы далее читаем о том, что Бог воскресил Его и возвысил Его. И вот в этом тексте нет ничего, чтобы предполагало, что вот Его возвышение Отцом подразумевает, что Он возвращает или отказывается от Своей человеческой природы. И если рассмотреть все те тексты, которые говорят о возвращении Христа, то среди них нет текста, который бы намекал на то, что Иисус вернется вне тела. Ни один из этих текстов не предполагает, что перед тем, как вернуться на землю, Иисус должен будет отказаться от своего физического тела. Вот, к примеру, текст, записанный в книге Откровения в 19 главе. Нам раскрывается то, что происходит на небесах, в стихах 7 по 10. «Перед нами брачный пир Агнца». И с 11 стиха мы читаем о том, как Иисус нисходит с неба, и Он нисходит для того, чтобы уничтожить своих врагов. И это происходит в конце периода Великой Скорби. И в этом тексте нет даже мельчайшего намека на то, что Иисус будет вне тела, когда будет брачный пир, или что Он приобретет новое тело для того, чтобы вернуться на землю.
и вновь спуститься на землю. И если рассмотреть те тексты Писания, которые говорят о Втором пришествии после Великой скорби, то становится ясно, что речь идет о том пришествии Иисуса Христа, когда те, которые ведут брань против Христа здесь на земле, увидят Его. Вот даже посмотрите на то, что написано в Евангелии от Матфея в 24 главе, где раскрывается тема Великой скорби. И когда мы читаем стихи с 29 по 31, то мы видим, что в конце Великой скорби солнце померкнет, наступит тьма. Это признак того, что Сын Человеческий явится во всей Своей славе. И богословы едины во мнении, что это ссылка на пророчество, записанное в книге пророка Захарии 12:10, где говорится о битве в конце Великой скорби, битве Армагеддон. И вот посреди этой битвы произойдет то, что мы читаем в 10 стихе 12 главы книги пророка Захарии. «И залью дух благодати и умиления, и они воззрят на Него, которого пронзили, и будут рыдать о Нем, как рыдают об Единородном Сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце». И если после Своей физической смерти Иисус потерял Свое физическое тело, и Его тело все еще в гробу, и это еще одна мысль, о которой следует сказать. Мы верим в то, что Его тело покинуло гроб. И это уже прославленное тело. И мы видим, что Иисус является в этом теле после Своего воскрешения. И Он не утратил вот этот аспект Своей человеческой природы. Эта природа прославлена. И ученики видят, как Иисус возносится на небо. Они видят это. Видят, как физическое тело Иисуса возносится на небеса. И нет никаких указаний на то, что когда Иисус оказывается на небе, то Он теряет Свое человеческое тело, и уже затем каким-то образом, перед тем, как вновь прийти на землю, обретает Его. Писание ничего подобного нам не говорит. Возможно ли такое? Возможно ли, чтобы Иисус потерял Свое тело? Если, задавая вопрос о том, возможно ли это, имеется в виду, содержится ли в этом противоречие, самой идеи, что Иисус Христос лишился Своего физического тела после Вознесения. Нет, такого противоречия в этой идее нет. Противоречия типа «женатый холостяк» или «круглый квадрат». Но, несмотря на это, в поддержку этой идеи нет никаких свидетельств. Ничто не говорит о том, что подобное произошло. Но также помните о том, что записано в первом послании Иоанна в 3 главе. В этой главе говорится о любви Божией и что происходит с нами, когда мы соприкасаемся с этой любовью. Позвольте мне прочитать то, что здесь записано. Со 2 стиха Иоанн пишет: «Возлюбленные, мы теперь дети Божии, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть». Несомненно, когда мы физически умираем, то мы не становимся в точности такие же, как Он. Наше тело остается в могиле. Но Иоанн, как мне кажется, здесь говорит о восхищении Церкви, когда Церковь будет восхищена, и тела живых изменятся, а мертвые воскреснут, и тела уже будут прославлены. Но заметьте, что пишет Иоанн: «Мы будем подобны Ему». А если Он находится вне тела, то что это означает для нас? Какой смысл воскрешать наши тела, если затем мы будем так же, как и Он, находиться вне тела всю вечность? И нет текстов, которые говорили бы о том, что, воплотившись, Иисус сохраняет человеческое тело вовеки. Прямых указаний в Писании на это мы не находим. Это скорее косвенные доказательства. Но я считаю, что эти доказательства не безосновательны.
И я думаю, тот человек, который пытается доказать, что после своего вознесения и воскресения Иисус находится вне физического тела, до тех пор, пока Он вновь не возвратится на землю во время восхищения Церкви или Второго пришествия, то такому человеку придется столкнуться с множеством текстов Писания, которые не подтверждают того факта, что Иисус находится вне тела. Хороший вопрос, спасибо, что задали его. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.